Здравствуйте, мои дорогие друзья, гости моего канала и просто хорошие люди, кто смотрит меня. Сегодня хочу показать, чем я занимаюсь в свободное время. Вот. И что я хочу сделать из этого. Я сейчас вяжу в данный момент штанишки для дочери. Когда у меня время чуть-чуть свободное, я их вяжу. Они у меня вяжутся очень долго уже, с осени, наверное. Никак у меня не получается. Вяжу я первый раз. Как раз вот дошла, что надо поделить на две штанинки. И как раз мне сегодня в рекомендованных попадается ролик Ольги Повсуевой. Очень хорошая идея мне Ольга подала. Я хочу тоже воспользоваться. Думаю, у меня тоже получится. Потому что я уже не успеваю. Штанишки же скоро будут не нужны, а я не могу их никак связать. И вот Ольга там рекомендует идею такую. Ну, Ольга вообще креативщица. Мне всегда интересны креативные идеи. Мне бы даже в голову такой не могла никогда прийти. Что, оказывается, можно взять старый свитер, рукава от него отрезать и сделать две штанинки. Представляете? Я набрала свитеров целую кучу. Вот свитер. Тут вот у меня еще лежат. Эти свитера мне дочка привезла. Говорит, мам, сожги их. В городе тут негде сжигать. Вот я их не сожгла. А как все мамы, стараюсь, может быть, пригодятся, хранить стараюсь. Ну, тут они мне на самом деле дело пригодились. Вот попробую отрезать два рукавчика и ввязать. Я бы ни за что не додумала, что можно вот так вот отрезать рукавчик. И будет штанинка. Смотрите, классно и тепло. У меня же половина связанная. Мне же только такой идеей воспользоваться. Сейчас выбираю, какой свитер лучше взять. Эти свитера уже не носятся. Они тепленькие. Вот этот свитер вообще очень тепленький. Будет очень тепло. Вот это тоже очень хороший, давно уже, эта кофта давнишняя уже, старая, тоже можно и... Но она очень светлая. Вот тут вот, еще один свитерочек есть. Вот. Вот это хорошо подойдет. Ну и что? Что расцветка немножко не подходит. Не видно же будет. Вот, попробуй этим методом воспользоваться. И вообще, у Ольги Повсуевой на канале очень много разных роликов, очень креативных. Я ее все время смотрю. Если даже я какую-то идею не возьму, то заряжусь энергией. Она очень веселая, позитивная всегда, в настроении. И это мне тоже нравится. Это по моему нраву как раз. Но сегодня вот я говорю именно об этом методе, который Ольга... Идею такую подала, очень хорошую. И вот хочу этой идеей воспользоваться. И хочу с вами поделиться, друзья. Если у кого-то вот есть тоже штанишки, можно отрезать, например, и надвязать вот такие рукавчики. Красота будет и тепло. Вот такая у меня задумка.